Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антонофет, малыш футболиста. Я думаю, многие из вас хотят узнать, а кто-то уже знает, а кто-то никогда и не знал, как же получить ранний доступ FIFA 24, а точнее eSports FK 24. Ребят, сегодня подробно разберем вариации, да, как продлить 10 часов плюс еще 10 часов. Такой тоже вариант возможен, узнаете в конце видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропустить стрим или видео. Ну а если вам нужны монетки для прокачки вашего состава, или вы просто хотите купить eSports FK 24, а возможно подписку или другую топовую игру, то следующие 30 секунд видео для вас, друзья. Ну а если уже сегодня вы хотите приобрести себе Мбаппе, Месси, Неймар или, может быть, Криштиану Роналду, то сайт Автофуд для вас. Монеты FIFA 23 с автодоставкой системы антибан на любую платформу: Sony PlayStation, Xbox, ПК. Также вы получаете кэшбэк 5% и более. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Также на сайте вы можете купить себе подписку PS Plus, игру FIFA или другие топовые игры. Поехали! Погнали! Друзья, давайте разбираться. Во-первых, сегодня мы посмотрим полностью сайт FK24, официальный сайт на просторах Google. Разберем, что там есть нового, и подметим, что, в принципе, нам нужно оттуда почерпнуть. Ну а в первую я хочу сделать небольшую ремарочку про 10 часов раннего доступа, ребят. Я, наверное, это начал делать еще серии 3-4 назад. В общем, фишка очень простая. Вот, допустим, вы купили обычное издание, да, самое простое, без каких-то там ультимитов, да, там и суперпаков. Самое простое стандартное издание. Для того, чтобы получить 10 часов раннего доступа, вам достаточно сделать подписку EA Play, ребят. И самая фишка в том, что не обязательно делать ее там на 12 месяцев, на 3 месяца или какая там она есть. Достаточно купить ее на месяц, именно тот месяц, когда выйдет FIFA. То есть, начиная с 22 сентября, да, как вы можете увидеть, подписчики EA Play получат постоянно награды и скидки, да, еще и скидку на FIFA FK Points, да, все, FIFA, конечно, ребят, это слово FIFA, наверное, еще год, а то, может, и больше не выйдет из наших уст, ребят. Что касается меня, я это делал часто на последних версиях, это полностью рабочий вариант. Единственное, что, конечно, в сегодняшней ситуации возможно быть какие-то сбои, ребят. Я это все делал на приставке. То есть до этого было PS4, потом PS5. Там полностью получалось, 10 часов точно включались. Ну и, соответственно, уже в ближайших видео мы разберем, на что же нам потратить эти 10 часов. Ну, давайте, ребят, еще раз пролистнем. Подписчики EA Play могут выйти на поле раньше в 10-часовой пробной версии. Здесь важный момент, что считается четко. Вот вы зашли, неважно, играете вы товарищеский матч, вы там на тренировочном поле, все, счетчик идет. И перед каждым заходом игру, счетчик, соответственно, ну, будет вам показывать, сколько осталось. Вы также какие-то дополнительные материалы получите, сэкономите на других играх, да. И еще самый важный момент: если вы будете покупать все официально, да, самостоятельно, то сначала сделайте подписку, оформите EA Play, и потом вы получите скидку на игру. То есть с оформлением предзаказа здесь, в принципе, об этом написано, да, экономьте больше, что называется. Ну и сравнение, да, тут еще есть EA Play, EA Play Pro, как бы, ребят, ну, я еще раз говорю, мой вам суть не заморачиваться, брать обычный EA Play, вот он стоит 299 рублей, брать на год особо смысла нет, потому что что-то прям топовое в EA Play, ну, я ни разу не находил. Да, какие-то игры-то можно поиграть, но вам и месяца может хватить, и вам это все надоест. Ну, ребят, это что касается 10 часов, да, которые можно получить. Про 20 часов я вам расскажу в конце видео. Погнали, что мы, в принципе, можем найти на сайте. FK24 футбол играет в мировую игру, ребят. Испытывайте непревзойденную достоверность в eSports FK с самым реалистичным опытом. 19 тысяч игроков, более 700 команд, не более чем 100 стадионов. А, на более чем 100 стадионах и более чем 30 лигах, ребят. Вот они, лиги идут. eSports FK 24, единственное место, где вы можете сыграть в легендарную Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Конмебол, Либертадорес, ребят, ну, короче, куча лиг. И здесь много описания, да, в женский футбол, тоже вот отдельная тема, ребят, женский футбол, я очень надеюсь, что фут не будет совместных команд. Это, конечно, будет, я считаю,
убийство реального футбола, но посмотрим, что будет, то будет. Тут тоже про Премьер-лигу создана прям отдельная такая небольшая абзац, да, играть за 20 кубов про ЕФЛ, то есть все про лигу отдельно прям, да, идет. Является не только своим домом Ла Лиги, но и официальным титульным спонсором Атлетико Мадрид, Реал Мадрид. А захватывающий пакетом трансляции, который при этом все Ла Лиги на 360 градусов в каждом матче. Ребят, ну тут просто прямо, прямо-таки прям реклама за рекламой. МЛС, наслаждайтесь постоянно расширившей Лигой Америки. Ребят, Месси в МЛС, ребят, будем играть. Это интересно. Играйте любимыми стадионами, на любимых стадионах мира. Играйте с крупнейшими игроками мира, да, Эрик Холланд, Сам Кэр, они младшие, крупнейшие звезды мира, ребят. Ну и вот она самая картинка, ну и сделать предзаказ. Дальше идет раздел, смотрите, полный, вот тут, ребят, даже можно каждого посмотреть, довольно интересно, блин, а я бы, знаете, кого хотел, хотел посмотреть. Как это нужно? Бекхэм. О, Бекхэм, ребят. Дэвид Бекхэм, да, кумир. Ну, лица, конечно, смешные. Тут можно каждого разглядеть, ребят. Вот ползунком. Что-то вот куда-то он потерялся. Ну, короче, позаморачивайтесь, ребят. Тоже, в принципе, интересно, да. Вступайте в клуб, зарегистрируйтесь. Ну, самое интересное, это вот посмотреть картинки вблизи. Дальше идет новая эра всемирной игры, да. То есть реалистичность. Здесь показаны игроки, клубы, лиги, игровой процесс, Hyper Motion V, PlayStyle обеспечит максимальный скачок в правдоподобие игрового процесса, созданный на основе данных реальных футбольных матчей. Ну, то есть, это то, что нам, в принципе, показывали FIFA 23, да, где полный матч, тренировки, соответственно, и здесь вы уже можете, типа, все будет круто, куча эпизодов, да, они засняли, и все это вы в реальном футболе, в реальной игре увидите, как будто играете в реальный футбол. Ultimate Team, ребят, это тот режим, который будем играть, но все-таки вот мы возвращаемся, создайте собственных клубных легенд, улучшая игроков, выполняя задания, это все понятно, и вот тут вот Ultimate Team объединяет обе половины всемирной лиги, теперь футболисты и футболистки будут играть на одном поле. Но, ребят, все-таки, видимо, этого не избежать, тут уже это анонсировано, и это, конечно, ужас. Карьера игрока и тренера, ребят, кто любит карьеру, то есть здесь что-то новое будет, положительный свой карьерный путь с помощью новой возможности агента игрока развивать свою игру. Насколько я видел, можно будет даже смотреть или двигаться, или смотреть игроком как первого лица, просто какие-то невероятные моменты. Извиняюсь, друзья. Вот, клубы Вольта футбол, ребят, честно, этот режим сразу пропускаю, ну так, может быть, чисто вот чуть-чуть поиграть, что-то там на, так сказать, на видео снять, да, но это точно не мой режим. И опять же, да, оформите предзаказ, все дела. Игровой процесс, ребят, опять же, сможете посмотреть ролик, ну, мы уже основное смотрели, да, это где Гоу Холланда лицезреть можно. Опять же, игровые стили открывают новые грани, выходя за рамки общего рейтинга в создании игрового способности, которые делают игрока уникальными, основные на данных реальных матчей. А игровые стили возвышают характерные черты игроков. Ну, то есть, ребят, я вот, насколько слышал, будет 7 разновидностей ускорения, тоже попробуем разобраться. Не знаю, это, конечно, уже муторно все. Хочется просто наслаждаться игрой. Улучшенный движок, графический движок Frostbite воссоздает всемирную игру во всех деталях, выводя погружение в реализм на новый уровень. В 10 раз более точными, выверенными до миллиметра графического складок и разрывов формы игроков подчеркивает физическую цель. Ну, честно, ребята, вот, наверное, в самой игре вы вот эти все моменты, возможно, не увидите. Где-то на повторах крупным планом, конечно, это все будет видно, но куда вы играете, картинки в основном мелкие, и, возможно, все это как бы уйдет в никуда. Ну и опять же, оформите предзаказ, купить это на каждой вкладке. Ребят, я советую вам, в принципе, да, вот подписаться на это, потому что здесь будет раздел новости, полевые заметки, то есть вы что-то новое об игре всегда можете узнать на этом сайте. Я очень часто им пользовался, и FIFA 22, и FIFA 23. Понятно, что он меняется, обновляется, но это все круто. Так, ну, предзаказу мы вернемся немножко позже. Каждый Ultimate Team уникально. Создайте свою мечту и соревнуйтесь, добавляя в свою команду больше игроков. Создавайте собственную клубную легенду. Вот это вот интересно будет, да? То есть впервые в Ultimate Team вы сможете улучшать игроков в своем клубе с помощью Ultimate Evolution. Новый способ создать свою команду из игроков, которые вы любите. Ну, то есть я так понимаю, какого-то игрока я взял, например, не знаю, Решфорда 83, и как-то смогу его качать. Выбирайте игроков, которые соответствуют критериям эволюции, вы сможете повысить уровень того, как выглядят их игровые предметы. Будет интересно, посмотрим, попробуем улучшать.
Женский футбол приходит в Ultimate Team, ребят. Я не против женского футбола, еще раз повторюсь. Моя дочка играет в женской футбольной команде, играет весьма неплохо по своему городу и региону. Но все-таки мешать в один клуб это я бы не стал. Ну и выходит за общий обзор Play Styles, да, то есть привносит Ultimate совершенно новую динамику, которая входит за рамки общих рейтингов, позволяет вам формировать состав. А что же я вам обещал рассказать? Как же сделать 10 плюс 10 часов? Итак, друзья, FIFA 23, эта фишка работала. Можете отдельно посмотреть ролик у меня на канале, есть на эту тему. Итак, когда вы отыграете, например, на PS5, ну это работает только если у вас есть PS5. Когда вы отыграете на PS5 10 часов, поставьте себе версию PS4 или сразу поставьте эти две версии, по крайней мере FIFA 23 можно было так делать. И тогда у вас будет 10 часов и на PS5 версии, и на PS4. Итого у вас будет, ребят, 20 часов. Не благодарите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, любите эту игру, любите футбол, играйте пока еще FIFA 23 и FK 24. Ждем. До встречи на канале и хорошего дня, где бы вы ни были.